Горячий чай из самовара с принесенными сладостями прямо на улице и разговоры о том, кто как обустроился. Со стороны может показаться, что жители многоэтажки на Калинина 46 отмечают какой-то праздник. Отчасти так и есть. Новоселы собрались на импровизированном чаепитии не случайно. Все его участники – врачи городской больницы, которые буквально 2 месяца назад переехали в новые квартиры, выданные медикам в качестве служебного жилья. Из 25 полученных помещений 15 расположены в этом доме. Это двушки и трешки, предназначенные для семейных специалистов. У нас впервые, наверное, за всю историю Югорской больницы было, благодаря нашему главе Андрею Викторовичу Бородкину, губернатора округа, беспрецедентно большое количество жилья в новых, только что построенных домах. Это очень хорошие благоустроенные квартиры с чистовой отделкой. Самое главное, что нам удалось решить за счет этого жилья, наверное, самую сложную на сегодняшний день проблему здравоохранения, это кадровую проблему. У нас только в 2021 году 11 специалистов приступили, приглашенных специалистов приступили к работе в Югорской городской больнице. Кроме тех, кто приехал в Югорск из других городов, жилье получили специалисты по разным причинам, нуждающиеся в квартирах, а также те, кто ранее был вынужден ездить к месту работы из соседних населенных пунктов. Соседями стали врачи самых разных профилей – терапевты, педиатры, кардиолог, травматологи и реабилитологи. Семья из 3 человек состоит. Я, муж и сын наш. Получили мы ее вот недавно. Поменяли, получается, однокомнатную на двухкомнатную в рамках расширения. С маленьким ребенком все равно удобнее, когда у него есть своя отдельная комната. Работаю я в детской поликлинике педиатром участковым. Уже 4 года, с 2017 года я здесь. Мы ее ждали где-то, почти год. И все же, не то чтобы свое, но это намного лучше, чем съемное. Потому что съемный... Там, как говорится, ничего не переделаешь под свои нужды. А здесь совсем другое дело. Поэтому у нас все устраивает. Все отлично. Дом хороший, качество хорошее, теплый. Светлый. Семья Есиповых получила благоустроенную двухкомнатную квартиру, и теперь у маленькой Александры есть своя детская. Ее мама Анастасия трудится врачом-педиатром. Этим летом после окончания вуза она стала молодым специалистом. В Югорск приехала за мужем, теперь молодая пара обживается в новом жилье. Такая поддержка на первом месте работы позволяет уверенно строить планы на будущее и даже не думать о переезде. Я приехала в Югорск 3 месяца назад. В этом году я закончила Челябинский медицинский университет. Приехала сюда как молодой специалист. В эту квартиру мы переехали 1,5 месяца назад. Мы очень всему рады. У Саши теперь отдельная комната имеется. Просторно, уютно, по-домашнему. Все о том, о чем я мечтала. Кроме дома на Калинина 46, служебные квартиры для медиков расположены еще в нескольких новостройках. Пустовать имеющееся жилье точно не будет. К концу года городская больница ожидает приезда еще как минимум 3 специалистов, которые пополнят штат медучреждения. Татьяна Шакирова, Михаил Зивахин, Югорск, ТВ.